Всем привет, ребят, с вами снова Демси, и сегодня мы продолжим проходить GTA Vice City. Это уже шестая серия, и да, я знаю, что вы хотите сказать, где была серия, почему две недели ничего не выходило. Я, честно говоря, даже не хочу уже оправдываться, давайте вот сразу начну проходить. Love Juice, да, в прошлой серии у нас было много заданий бабули, также там, по-моему, Кахонес был, которого я еще не закончил проходить. И у меня открылись некоторые бизнесы, которые уже можно покупать. В этой серии я, наверное, так и сделаю. Начнем, наверное, с клуба Малибу, мне кажется. Потому что его почему-то обычно покупают последним. Но я возьму его первым. И да, мне написали, что нужно 5 бизнесов для того, чтобы открылось финальное задание. Или финальная цепочка миссий. Я это знаю. Ну, примерно предполагаю, сколько там нужно было. Но я все равно буду покупать все бизнесы, поэтому в любом случае мы ничего не пропустим. Единственное, под вопросом осталось только то, что мне бы пройти миссию там развозчика пиццы или кого там еще, медика, может быть. Но я это, если и буду делать, то начну проходить на запись и выполню все остальное за кадром. Только для этого нужно будет много времени, поэтому, ну, это будет не в данной серии, скажем так. Но я думаю это сделать. По крайней мере, миссию развозчика пиццы. Она вроде бы несложная и довольно быстро выполняется. И да, надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий. А в конце серии, как обычно, приветствуются тайм-коды, потому что я их смотрю. И, во-первых, куда я поехал, я не знаю. Давайте выполним миссию таксофона. Да, почему нет? Во имя порядка. Банда европейцев собирается ограбить банк в Вайс-Сити. Мои работодатели хотят, чтобы этого не произошло. Каждый член банды находится в городе под прикрытием. Один под видом чернорабочих, другие приехали на отдых. Информация о них, о их вероятном местоположении находится... Местонахождении под телефоном. Для тебя приготовили оружие и оставили неподалеку. Это за 9 минут должен убить всех членов банды. 9 минут. И мне даже дали байк для этого, да? Я правильно понимаю? Майк Гриффин работает на рекламном щите. А, я эту миссию, кажется, знаю. Ну, типа, где-то ее видел, хотя сам не выполнял. Рекламный щит. Ну, тут, наверное, снайперка нужна. Это я буду долго выполнять. Тут слишком большая сенса, мне кажется, я ее лучше убавлю. Где это вообще? Настройки мышки. О, вот так гораздо лучше, потому что мне до этого было очень сложно. Что? А, нет, меня убегают, типа, я такой жесткий, раскидал тут. Одного работника, работяга. Ну, с кем не бывает. Он перешел дорогу не тому человеку. Блин, тут можно было срезать, я как обычно. Вот тут можно здесь. 9 целей за 9 минут. То есть мне нужно за минуту устранять хотя бы одного. И я надеюсь, что это находится в одном городе. Блин. Избавься от него. Да я хотел гранату кинуть, ну уже ладно. Попробуем так. Как он, кстати, перезаряжается? Вы не знали? Точнее, не знаете? Как Томми перезаряжается? Цель, ты куда? Маркус Хаммонд и Франко Картер сидят в машине у ювелирного магазина на Vice Point. Буст. Ускоряемся. Я вообще думал записать две серии вместе. В один день, чтобы потом у меня не было проблем с выходом новой серии. Как это работает? Но, а вдруг будут какие-то советы, которые я не смогу прочитать? Это не вариант. Кстати, там сразу две цели, поэтому времени должно хватить на все. Вот и клуб Малибу. Мы скоро туда вернемся. Если я ничего не забуду. Две цели, да? И сколько мне заплатят, мне интересно. Близко не подходи, да сколько можно это писать? Они тебя засекли. Ой. Что? Он с дробовиком? Прикольно. Он мог меня убить. Я тоже мог взять обрез. Окей. Нужно пополнить хп, иначе я следующую стычку не переживу. И у меня мало узишки. Догадайтесь, почему. Конечно, давай еще со мной поедешь. Да, спасибо. О, боже мой. Почему Томми так медленно бегает с тяжелым оружием? Это же игра. Почему так сложно? Бобкэт. Давай загорайся. Я даже так... Ладно, не буду тратить патроны. Ник Конг отдыхает на яхте на Вашингтон-Бич. Ой. Это была
Это была судьба. Ее хорошо откинуло. Сколько там времени прошло с момента начала серии, что я уже уничтожил... Точнее, как уничтожил. Я не хотел ее сбивать, но получилось так, как будто я ее просто вынес. Эту бедную женщину. Да, я прямо уничтожил. И просто сбил. Я здесь могу спрыгнуть? Могу. Да. На яхте. О, у меня есть план. Я даже скрипт, по-моему, не активирую сейчас. Да что такое? Почему? Это нормально то, что вот этими кнопками он еще... Я, конечно, все понимаю, но... Кнопка А и кнопка Д, та, которая отвечает за поворот во время езды или ходьбы, оно еще и регулирует мне прицеливание. Я еще и могу так прицеливаться. Это нормально? Крутить камерой. Кто это придумал? Не, я должен успеть. Скорее всего, здесь ничего сложного. Сколько я там целей устранил? Половину? Или уже больше? Потому что времени осталось... А, не, времени еще нормально. Только вот скоро будет половина. Я уже нормально так порешал всех остальных. О, на байке, значит, да? Близко не подходи! Вы видели, на каком расстоянии он меня заметил? Я понимаю, что Томми Версетти уже довольно популярная личность, но... Чтоб так заметить... Где он там? Можешь не вставать. Карбон? 4000, нормально. И из него еще выпали денежки. А где утишка находится? А, возле пейнспрея, точно. Сначала мы заедем вот сюда. Тут есть броня. И да, там и УЗИшка есть. Вот в этом месте. Броня наверху, а УЗИшка здесь. Кто звонит? А, это таксофон. Подойдите к таксофону в здании аэропорта. Аэропорта? Это уже другой остров, знаете ли. Но там вроде бы потная миссия будет. Да, кажется, я помню ее. Возможно, это будет в следующей серии. Возможно. А так да, мне бы не помешало больше ХП и больше брони, потому что... Я могу даже упасть с мотоцикла, и это уже будет считаться как половина ХП. Ну, в некоторых случаях, если нет брони, тупо минус пол ХП. А если есть броня, то... То ее можно сказать, что и нет. А, вот здесь же находится больница. Сколько я там трачу денег за то, чтобы подлечиться? $20? $20, да. Платная медицина. Клуб Малибу. А, нет, подождите, какой клуб Малибу? Не, ну можно его, конечно, уже купить, почему нет? Хоть с чего-то начать. Я просто вижу там Love Fist, которых я не выполнил. А где там клуб Малибу? Я вечно путаю эту карту. В ту сторону ехать. Вот сюда. Сложно. Это все потому, что я уже 2 недели не заходил, не играл. У меня уже опыта нет. Он куда-то испарился. Кахонеса я выполнил или... Боже мой. На какой скорости он повернул вообще? По-моему, Кахонеса я не выполнил. Так, Малибу. Здравствуйте, теперь вы будете работать на меня. 120 тысяч. Я готов. Он дороже всего стоит, но при этом приносит вроде бы по 10 тысяч, если выполнить миссии, поэтому я сразу это сделаю. Сколько здесь миссий нужно выполнить? Подождите. А, нет, на волю. Это не то, о чем я подумал. Там просто есть одно, один бизнес. Эх, Кенушка. Что ты здесь делаешь? Томми, Томми, ты только взгляни, какая прелесть. Я устроил нам здесь мини-бар. У нас внизу полноценный бар, Кен. Да, да, неважно. Кстати, я достал доску с мелом, да. Да, так вот она, прелесть юридического образования. Способность следовать указаниям других. Что у него с лицом? Теперь мне нужен взломщик. Так, хорошо, дай мне подумать, дай мне подумать. Сейф, 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 сейф. Есть, есть этот парень, это то, что тебе нужно. А, не получится, этот медвежатник сейчас за решеткой. Где именно? Ожидает перевода в камере местного участка. Думаю, скоро ему выпишут амнистию. Да. О, да. В GTA 3 была похожая миссия, кажется. Кэма Джонса из тюрьмы.
Окей. Что может пойти не так? Чисто в теории. И... там же звезды накинут, точно. Ну, я тогда байк поставлю где-то здесь, чтобы мы сразу... Подождите, сели или здесь, или... Да, вот здесь, наверное. Надеюсь, копы не будут прямо тут стоять. Я лучше без оружия зайду, да? Это всего лишь мой кастет. Добрый день, господа. Посторонним вход запрещен. Ой. Ой. А как они еще ни разу по мне не попали? А где? Где мой... Карту достань. Зачем мне карта? Блин, я тупанул, короче. Я понял. Окей. Что? А куда я зашел? Мне хана. Что они делают? Мне хана. Я в текстурах застрял. Я помню, как пытался здесь всех перестрелять, но не спавнится бесконечно. Так, вот она. О, тут пакет есть. Неплохо. Но мне отсюда живым не уйти. Блин, ты серьезно? Все простреливается. Спасибо, хоть хп есть. Уже хорошо. И УЗИшку соберу. Без брони это будет гораздо сложнее, чем я думал. Да, очень скучно. Так давай, давай. Скрипт, пожалуйста, скрипт, помоги мне. Дружище, я тут пришел тебя спасать, но ты немножко не подготовлен. Ты идешь со мной, как скажешь. Да, на чили просто, как будто я всех уже перестрелял в этой тюрьме. Там еще камера нас не палит, конечно же. Где ты? Я тебя видел, вот ты где. Я аккуратно буду. Кто по мне стреляет сейчас? Он исчез. Кто? Что? Что за паркур? А если бы я умер? Спасибо. А, они бесконечно спавнятся, я понял. Короче. Тупо бежать. Тупо бежать. Давай, давай, садись. 24 хп. 4 звезды. Но я еще живу. Понятно. Классно. Чита, это хорошо. Они еще и шипы кидают так-то. А у меня мотоцикл. Это челлендж. Пройти на мотоцикле. В Paint Spray заехать, да, говорите? Ничего сложного. Аккуратно. Ну, максимально аккуратно. Типа, вообще никто этого не видел, и шины я не пробил. Нормально. Как там шипы, кстати? Они на месте? Да. Все, ничего необычного. Здесь нет ничего интересного, господа. А, это на второй остров надо, понятно. О, я возьму аптечку, потому что мало ли что. Я хочу жить. Куда прыгаешь? Давай, садись. Ух. Я уже думал, солью здесь все. Все, что собрал. На, копы уже не видят нас. Они не знают, что мы все те же люди. Вот какой прикол. Ладно, еще с машиной это работает, да? Типа другая расцветка, хотя номер-то тот же. Но с мотоциклом тут же видно, кто сидит внутри. Сразу видно. Хотя почему внутри? По факту снаружи. Это логика, это так работает, это GTA. Это просто логика, тихо. Ой. Ну, это была судьба, что я могу сказать. Спасибо за деньги. Я планирую одно дельце, мне потребуются свои навыки. Все лучше, чем гнить за решеткой, согласен. Там труп валяется всем все равно. $1000, нормально. Это же еще не все, правильно? А, клуб Малибу, это ж нужно ограбление выполнить, чтобы оно приносило доход. То есть в этой серии будет походу ограбление? А вы знаете, не все так плохо в этой серии. Довольно интересно будет. Мне бы еще броню где-нибудь взять. Так, я уже не буду там спасать. Хотя кого спасать? Наоборот, я помогаю копу и арестовываю того бедолагу. Никого я не спасаю. И делаю только хуже. А, броня вроде бы на стройке лежит, да? Можно срезать? Она жива, нормально.
Вот здесь можно срезать. Отлично. Броня. Помню все еще. Теперь я спокоен, по крайней мере. Я могу выдержать, наверное, очередь из эмки. Я надеюсь. Одну очередь хотя бы выдержать. Сколько там нужно людей спасти? Блин, почему я вокруг поехал? Там же можно было через тот мост переправиться. Мне же нужно команду собрать на ограбление. Вроде бы... Их там трое будет, нет? Ну, включая меня, будет четверо. О, это ж мои братки, кстати. Они мне ничего не сделают, если я вот так вот... Ой, ой, что? А мотик, он исчез? Блин, мотик исчез. А, я могу здесь сохраняться теперь. Неплохо. Так, следующая миссия. А, я знаю, где будет та миссия, о которой я сначала подумал, перед тем, как, точнее, когда купил. Нам нужен профессиональный стрелок. Эй, Томми, эта дурь помогает сохранять ясность разума. Я могу сойти со стрелка, пристрелим их. Ты не стрелок, а придурок. Налей себе выпить и заткнись. Эй, убери ноги. Да. Успокойся. Кем, есть идеи? Кем? Ну, лучший стрелок в городе, парень по имени... Кто? Карло? Сомневаюсь, он вообще служил, но он, как обращаться с пушкой, знает. Обычно он ошивается в местном тире. Не Карло, а... Как же его правильно? В амунации в центре. Филом Кэссиди. Филом! Тем самым Филом, который в GTA 3 был. Да. Спасибо за... Фриуэй. Тут тоже броня есть. Я ее не помню. Карл, по-моему. Это шутка такая. На него еще была отсылка вроде бы в GTA 5, когда нужно выбирать, с кем ограбление выполнять. Где PCG? Вот как вы думаете, он вообще встретится сейчас? Кстати, это на каком острове? Это на втором острове, насколько я помню. Нет. Как карту двигать? Почему я не могу двигать карту? А, на втором все правильно. Да. Киностудию я куплю тоже обязательно. Все бизнесы я буду покупать. В этом можете не сомневаться. Ну, вы видели там подставу? Я не мог никак объехать. Это была судьба. Как вам количество моих денег? 22 212 долларов. Мне бы еще 10 долларов с кого-нибудь выбить... Кстати, как вариант, слушайте, я хочу попробовать. Это челлендж. Ты умер зря. Но хоть у бабушки будет деньги. Будут, точнее. Да. Блин, чуть-чуть больше, чем надо. 22 228. Вон там еще. Конечно, за бабушкой скорая приехала, а за тем охранником нет, кому он нужен. Приоритеты, спасать бабушку. Здесь же можно вроде бы срезать. А Сидот же бы свалился. Вот это скилл. Куда я вообще поехал? Тут же наверняка все проще, чем я думаю. Ну как обычно. Мне обидно. Да, пожалуй, в этой серии мы вроде бы должны успеть еще ограбление выполнить. Но я просто боюсь, что мы не успеем приехать к Лавфист. Ты издеваешься? Вот зачем ты повернул, урод? Ты подписал себе смертный приговор. Я тебя уничтожу. Чтоб тебя задавили другие. Денег нет, ты еще и бомж был тогда. Мне этот джип не нужен, но это было обидно. Он просто взял и подрезал меня. Я ему отомстил. Сейчас я эффектно подъеду, как это обычно у меня бывает. Ну, кстати, нормально еще вышел. Тир. Блин, за эту музыку могут забанить. Это же классика. Вот он, тот самый. Ты Фил Кэссиди? А что?
Я ищу человека, способного держать пушку в руках. На что-то в тебе я уже не уверен. Сынок, я могу сбить муху с твоей головы с 25 метров. Да ну? Ага, в армии научился. В армии так популярна стрельба по мухам? Как же я рад, что не плачу налоги. Решил состарить. Да. Покажи класс. Это сложно будет с данной сенсой, но я попробую. Это сложно, реально. Порази как можно больше целей за отведенное время. Только с пистолета пока? Давайте, попробуем меткость. Ну нет, здесь нужно еще меньше сенсу ставить. Иначе я буду жестко тупить. Да что здесь с сенсой? Она не регулируется. Типа, все, я придумал себе отмазку. Она вообще никак не меняется, походу. Сколько раз я с такой сенсой попаду? 3 очка. Блин, ну это надо вот так аж мышкой крутить. Правый Ctrl или пробел. Чтобы заново начать, да? Ну давайте, уже я понял. Я хочу опозориться. Надеть средства защиты, целись. Я в Resident играл. 4-й. А, тут вообще все уничтожать. Мимо. Классно. Честность. Зато я в голову попадаю. Без проблем. Да. Но это издевательство. С такой сенсой. Я не могу просто мышку нормально поднять. Мне скоро патроны закончатся. Я стараюсь. Бать, я стараюсь. А сколько это еще будет длиться? Мне нужно 60. А, пока патроны не закончатся. 28. Окей. Это плохо или хорошо? Наверное, это плохо. Вообще, я поставил паузу, потому что уже время, как бы. Как можно больше целей. Опять с пистолета. Давайте еще раз правила мне напишите. Да, еще буду полчаса ждать. Ну вот что это? Ну это я просто вот легонько мышкой двинул. Вот легонько. Тут неадекватная сенса. Или у меня мышка такая, я уже не знаю. 1000 DPI вроде бы. О, из GTA 3. Блин, вот с этой сенсой сложно. Оно еще как-то так в сторону двигается. Вы не представляете, какое это искусство. Попадать вот с такой сенсой. Как же это сложно. А, все. 40. Следующая цель. Хорошо. Давайте, снова правила. Я ж ничего не знаю, я первый раз стреляю. А, я уже выполнил. Все, у меня уже 60 есть. 68. Хорошо. Почему с пистолета вообще? Это неправильно. И у меня патронов мало. А, они двигаются, понятно. Это очень... С такой сенсой... Вот я как я сейчас не попал? Что? Мои флики не работают. Не, это очень сложно. С такой сенсой. Чувствительность просто нереальная. А, тут тоже цели есть. Как поймать тех, которые вот в тех местах находятся? Там в окне. Один патрон. 82. Все, наверное. Я выполнил. 3 раунда было всего. Но с пистолета я бы с УЗИшкой нормально прошел. Метка 73%, и это еще нужно учитывать, что у меня чувствительность просто неадекватная, причем только во время стрельбы. Вот сейчас нормально. Сейчас я могу нормально двигать мышкой. Что это было? Так что, согласен помочь мне? Сынок, да после такой стрельбы я соглашусь, даже если ты предложишь мне выйти за тебя замуж. Куда идешь?
Он только что в меня прям ушел. Он буквально это воспринял. 24 тысячи. Неплохо. О, я могу у вас купить... Не, броню нет смысла покупать. Да, мой мотик пропал. Ну, только байкерский могу взять. Да, тут нет PCG. Так. Давайте тогда, ладно, я здесь, я выполню одну миссию Лафис. Хорошо. Уговорили. А если я прямо туда заеду? Я мог туда заехать? Точнее, я почти туда заехал. И сейчас нормально. Психопат! Томми, друг, я рад тебя видеть. Что это такое? Все хреново, Томми. Да я не шучу, все ужасно, чувак, просто ужасно, понимаешь? Еще один парень, и мы о нем ничего не знаем, а вот он знает о нас все. Мы у него как прям на ладони. Он знает, что Вилли любит носить женское бельишко, и что Перси фанатеет от дюрн... Заглохни, придурок, сам-то с овцами и... Да, знаешь, бывает помешанное. Ой, не говори, все помешанные, точно. Не, ну знаешь, этот перец... Да, этот вот он желает Лавфист смерти. Смерти, Томми, чтобы Лавфист исчезла. Хоть они и говорят, да, Томми, ты должен спасти их. У нас запланирована раздача автографов. И я подумал... Да, они подумали, что этот фанатик будет ошиваться там. А, стоп, это что? С бомбой будет? А, фух, нет, слава богу. Так, место раздачи автографов и вымани его, да? Я просто помню, тут будет миссия с бомбой. И вот там можно реально зафейлить. А я пока не готов. Еще рано. Лавфист! Лавфист! Одна и та же фраза по кругу повторять. Горите в аду, Лавфист! Они уничтожили мою жизнь! Ты кто такой? Такая, да. Ну это он, вы понимаете. Избавься от маньяка, не дай ему уйти. Легко. Тут даже еще и именной... С кем там коп гонится? Именной еще и номерной знак. Лавфист. Классные столбы. Я надеюсь, он не может по скрипту от меня уйти далеко. Наивный, да? Лучше за ним ехать максимально близко. А то мало ли. Это скрипт! Это было зачитано. Потому что не может просто так мусоровоз выехать отсюда. Что ты делаешь? Он точно маньяк. Он даже водить нормально не может. Давай в копа сразу влетай. А почему нет? Ну что, сдавайся. А куда это ты, дорогуша? Нормально. Это что у тебя такое было? А ну отдай сюда. Ты где? Его труп исчез, что ли? Его труп исчез. У него М-ка вроде бы была. О, спасибо, кстати. Да. Все, Лавфист я выполнил. Довольно легкая миссия была. Едем в клуб Малибу. Я хочу сегодня добить ограбление. Потом по 10 тысяч будет. Я же все бизнесы смогу скупить. Довольно быстро. Это же еще нужно в особняк заехать. Там тоже вроде бы 1005, кажется, да, максимально. Пока что можно собрать. Или там все время 5000. От этого я не помню. Ой. Ебать, так задавили, я еще сверху помог. Просто гений. Все, я максимально аккуратно. Мне даже копы пугаются уже в этом городе. Понимают, что я здесь босс. Кстати, да, в Vice City по факту тоже нужно заниматься тем, чтобы выбивать какие-то бизнесы. Ну, даже не то, что бизнесы, а районы захватывать, скажем так, в виде бизнесов. Так что такое было еще здесь. А вы на Мафию 3 гоните. Водила. Похоже, все складывается совсем неплохо. Наш план, Томми? Опа, сам не го? План такой, продолжай вести себя как придурок. В общем, нам нужен водитель. Томми, я готов, я умею водить. Тебе нужен Хиллари, а не какой-то болтливый адвокатишка. Хиллари настоящий мастер. Такого лихача ты еще в своей жизни не видел. Сейчас звякну ему. Боже, какой телефон у него модный, прям раз. Эй, Хилл, это Фил. Как жизнь? Нет, не сейчас, позже все перейдем. Услугу не окажешь. Тут один парень с севера. Нет, нет, не думаю, что он служил. Ему просто водитель нужен. Для дельца одного. Хорошо, понял. Что он сказал? Ну, все путем, он согласен. Правда, есть одна загвоздочка. Понимаешь, он никому не доверяет. Это как-то связано с мамочкой. Поэтому он не работает на тех, кому не удалось его победить. Короче, сперва он хочет погонять с тобой. Сказал, что будет ждать снаружи.
Why can't I meet someone normal for a change? You Tommy? Ты Томми? Конечно же, Томми. В смысле, кому еще понадобилось бы заговорить со мной? Ладно, в общем так, я буду работать на тебя только в том случае, если... И только в том случае, если ты сам хорошо водишь. Ты не отстанешь и можешь забыть обо мне. А зачем тогда мне нужен водитель, если я сам могу нормально все выполнить и поехать? Окей. Ты сам напросился. НФС? НФС. Сентинел. Ну, посмотрим, что ты умеешь. Вайспоинт замечены уличные гонщики. Внимание всем постам. Проведение уличных гонок запрещено. Ну все, сейчас еще и копы будут. Но это точно НФС. Это Most Wanted. Так, давайте я его бортану жестко, как в андеграунде. А, понятно, он приклеен, как в Most Wanted. Все правильно. Все честно. Не могу его из-за этого обойти. А так можно было бы красиво. Классный столб. Как он это делает? У него физика по-другому работает, это неправильно. Ой, на глазах у копов. Ну, с другой стороны, он в них врезался, так что нормально. Как его вообще обойти здесь? У него даже машина не так поворачивает. Так, дружище, знаешь что? А, так у меня еще и максималка. Не, она выше вроде бы. Почему так сложно-то? Жесть, ты потный. Потный чел. Ой. Я его подставлю. Я его не подставил. Это скрипт. Это был скрипт. Копы не могут одновременно с двух сторон выехать. Я зачитал. Ну хотя бы две звезды, а не три или четыре, когда они шипы ставят еще. Точнее, кидают. Это был бы экстрим. Я бы не выполнил. Хотя, если бы он пробил шины, то, наверное, тоже не смог бы. Чего стоишь? Не тормози, сникерсни, да? Что? Он мигалки не включил? Он передумал? О, блин, ладно, не буду брать звезду. Потому что, возможно, он где-то здесь. Все. Папочка в деле. Хорошо, я поработаю на тебя, но прошу, будь со мной осторожнее. Осторожнее, чего он там сказал? Настороже. Ой. Хорошо. Звезду уже брать не надо. А, все, можем начинать. Ограбление, по идее, можем начинать. Я поставлю паузу и иду в клуб начинать миссию. Но перед этим я хочу кое-что проверить. Если я его убью, деньги дадут? Меня мои же охранники бьют, это нормально вообще? Я запрещаю вам меня бить. О, они передумали. Не, не передумали. Почему меня бьют мои же охранники? Я хочу их бить. Ой. Куда ты бьешь, Томми? Они бессмертны? Они бессмертны. Мои охранники бессмертны, я рад. Ну реально их невозможно убить, что это вообще? Или они мертвы? А, все, они мертвы. Ну, довольно крепкие ребята. Пожалуй, возьму еще таких же на работу. Дайте пройду. Клуб Малибу. Да. Ограбление по... Почему? Как видите, господа, это будут самые легкие деньжата в нашей жизни. Томми, серьезно, тебе стоит подумать о карьере юриста. Парень, что за дурь ты курил? Легких путей не существует. Simple plan. Хотя да, кто их не ищет? К примеру, коммунизм, легкий путь. И какую пользу он принес России, а? Успокойся, хорошо? С нашей командой проблем возникнуть не должно. Как займемся сейфом, Фил, мы с тобой обеспечим безопасность остальным. А Хиллари поведет машину, на которой мы скроемся. Ты не про кого не забыл? Например, про того, кто помог тебе выжить в этом городе. Про того, кто... Кен, все верно. Кен будет отмывать наши деньги и позаботиться о прохлаждении наших напитков. Я не совсем понимаю, в чем заключается моя роль. Все просто. Неужели ни разу фильмов не смотрел? Заходим в банк, достаем стволы и выходим оттуда очень богатыми людьми. А что, звучит как план? Ему всего-то нужно будет на педаль газа давить.
Замечательно, я пассажир, надо будет рассказать об этом на собрании. Ну пока, пассажир, но мы же... Может, не надо обходить машину полностью? И зачем мы взяли такси? Когда можно было бы взять что угодно. Я же Томми Версейт. У меня тем более есть этот... белый Инфернус. Что, Хиллари? Так, заткнулись оба, а не то сейчас вдвоем пешком потопаете. Ты понял, Хиллари? Я не прочитал там шутку, но... Наверное, что-то было забавное. Как обычно, впрочем. Да. Так вот, да, у меня же... А я могу так сделать. Я же сейчас поеду через свой особняк. Зайду, так сказать, навестить Лэнса и заберу, по сути, свой белый Инфернус. Давайте посмотрим. Лэнс дома? Лэнс, Вэнс, Дэнс. Ты где? О, он дома. Ну, Лэнс, сегодня не твой день. Надеюсь... А, мы все-таки на таксишке должны ехать. Понятно. Зачем, когда есть нормальная машина? Вот она. Ради бога, Фил, прекрати размахивать этой штукой. Подождите, Фил лишится руки... Не, в Vice City он лишится руки, не в GTA 3. Просто, наверное, после этой миссии. О, нормальная авария. Почти что не заскриптованная. Там коп гонялся за охранником. Это правосудие. Давайте эпично. Нормально, кстати, подъехал. Колеси пока по округе, хорошо? Хорошо, Томми, хорошо. Что это было вообще? Он не открылся! Он до конца не открылся, алло. Так, что я взял вообще? Мне нужно пушку сразу с собой. Ямику возьму. Ой. Что? Хорошо. Начинаем, ребят. 69 брони, как символично. Все будет как по плану. О, понятно. Джейсон Вурхис зашел. А, револьвер у меня есть. Я еще ни разу его не брал. Это ограбление! Никому не двигаться! Все лицом к стене! Охранники куда побежали? Алло. А. Они к стене побежали, понятно. Фил, держи их на мушке. Так, точно. Идем, Кэм. Хранилище наверху. Так, хранилище наверху. Это значит, нам нужно сюда? Да. Но здесь же наверняка кто-то еще есть. Да. Ваншотящий. Классно. Брони уже нет. А ее можно где-нибудь здесь взять? Блин, я застрял. А, фух. Я думал, застрял уже, потому что он без него нельзя ехать. Ой. Что он сказал? Я не хочу это слушать. Вот и хранилище, кстати. Где там этот? Что ты делаешь? Черт возьми, это же фленш 9000. На его взлом идут часы. Либо 5 минут, если найдешь менеджера. Пойду гляну, где он там ныкается. Мне, конечно, намекают подобрать эту пушку. Почему я сразу этого не сделал? Вопрос хороший. Никого больше здесь нет. Фил, у тебя все путем? Конечно, все под полным контролем. Где там этот? Что тут есть? А. Тут и броня. 008! Он не перезаряжал. Так, я подберу, наверное. Да, и, пожалуй, возьму. Фух, слава богу. Ты идешь со мной. А, он там ныкался? Хорошо, хорошо, только не стреляйте. Давай, иди за мной. Он любит прыгать, да? Паркурист? А еще ты застреваешь в стенках. Это нормально? Он хотел драться, видели? Ну? А, там еще подвал. А что это у нас в подвале находится? Не, стоп, это не подвал, это спуск на первый этаж. Давай, иди сюда. Все идет пока что по плану. Охранник так и лежит. Здесь замок с часовым механизмом. Всем лучше бросить эту фигню. Блин, этот механизм я обойду. Затем нам понадобится лишь твой код доступа и все. Останешься здесь. Одно неверное движение, и ты труп. Проведаю Фила и вернусь. Окей. Что его там проведать? Там же все нормально было вроде. Я сказал не трогать кнопку тревоги. Группа захвата будет здесь минут на минуту. Я готов держать оборону на втором этаже. А, мне нужно спуститься вниз. Ну, конечно. Я могу здесь спрыгнуть вообще? Эпично. Это спецназ Vice City. Вы полностью окружены.
Окружены? Это вы окружены, да? Сами себе хуже делают, продажные твари. Томми, хранилище открыто! Хорошо, весь пенсионный фонд полиции у нас. Сваливаем отсюда. Сами напросились, это был ваш последний шанс. Сейчас мы взломаем эту дверь. Они начинают штурм. Все в укрытии. Сверху? Это вы зря. Понятно, с такими лагами, конечно, тут нереально. Почему он не стреляет? А, без меня все сделали. Прекрасно. Все, сейчас сваливаем. Стоп, кто стрелял? Уже не важно. Картаны, это все, что мы можем. Черт, где Хиллари? Я научу его доверять людям. Вот он где. И зачем ты вылез? Ребят, садитесь, я вас прикрою. Какой же ты идиот. Ему в ногу попали, он умер. Как же... Они могут меня поймать. А нет, не могут. Нет, могут! Спасибо, дружки, прикрыли, так сказать. Что смотришь, дурачок? Окей. Вернись за Филом. Да кому он нужен? Стоп, это кто сел? Ой. Кто сел? Кто вы? Я вас не знаю. Нет, спецназовец, не надо этого делать. Он меня сейчас расстреляет. Я труп. Я потерял все, что у меня было. А все почему? Потому что не дали мне уйти. Окей, а если у меня не будет оружия вообще на эту миссию? У меня был шанс пройти ее с первого раза, но я, как обычно, зафейлил. Блин, это опять ехать. Хорошо, вот давайте представим, что я дурачок, без какого-либо опыта в этой игре. Ничего с собой вообще не беру. Что мне дадут по игре? Ничего. Боже, как же это будет долго. Ну, я, наверное, поставлю паузу. Мне просто интересно, чем это вообще вернется в итоге. Так что скоро увидимся. А, здесь же есть броня. Ну, хоть броню подберу. Вот все, только броня. Томми, да. Томми, ничего нет. Да что вы делаете? Хиллари занимает много места. Зачем они все вышли? А, вот, этот рофл. Я, наверное, заеду в особняк, возьму все свое оружие, которое там в подвале есть, и продолжим миссию. Будет весело. Короче, ребята, я уже один раз умудрился эту миссию провалить, потому что умер то ли Фил, то ли кто там... Не, второй умер какой-то, забыл, как его зовут, который взламывает сейф. Я зашел просто сразу устранить вот этих копов, или точнее охранников, и они его убили. Да, это было печально. Но ничего страшного. Это нельзя как-то пропустить, нет? Я попробую с револьвера, у меня пока нормально по ХП. Хотя нет, лучше МК взять. Или МП5. То есть с револьвером здесь как будто вообще ничего не боюсь. Где там оно? Ага. А их можно вот так убить или нет? Нет, так их нельзя убить. Плохо. Отлично. Все, пошли, пошли, пошли. Я не буду больше время тратить на это. Где Хиллари? Он решил геройствовать. И, конечно же, сфидел. Он там коп сидит, точнее, спецназовец. Но зачем он вылез? Он просто в ногу сейчас получит пулю. А, там даже не было пули. Он просто... Просто решил умереть. И он не умер. Вы издеваетесь, да? Вы можете его убить? Он вообще руки спрятал. Что это было? Так, не, нам можно другую машину взять, ну ладно уже. Кто выжил, тот выжил. Фонд золотых цитат. У нас было вообще-то четверо. Класс. Хотя бы по инспре недалеко. И копы, конечно же, нас не увидят. Что мы туда заезжаем. Там даже вертолет светил, куда мы, ну, прожектором, куда мы там вообще направляемся.
Ой, а что это? А где это мы? Коп поставил другому копу шипы. Что? А, здесь нельзя, кажется, светиться, да? Не, можно. А почему он стрелял тогда? Или это так не работает? Я же звезды типа не скинул, но не было подозрений на мой адрес. Как это вообще было? На мой счет. Да, в мой адрес. Отлично. Нас выжило двое вообще? Получилось, мы богаты, 50 тысяч. Жаль, что Кэм не с нами, он был отличным парнем. Да, зато остальным больше достанется. Точно. Подумай, что он умер. Я сделаю тебе массаж. О, привет, Мерседес, я немного напряжен, не откажусь. Что я тебе говорил, Томми? Что я тебе говорил? Тебе сразу лучше смотреть в оба, когда Кент пол в деле. Давай, не жадничай, друг. Хочу прикупить себе новых шмоток. Да. И сколько будет приносить? По 10 тысяч, правильно? По 10 тысяч. Да. Мы и так получили 50. А теперь еще будет каждый раз по 10. Ох, какой костюмчик. Да. Мерседес там была. Массаж делала. Одежда грабителя. Откуда у меня вообще вот эта одежда взялась? Я ее не брал. Так, едем в особняк, потому что у меня совсем все плохо по... Что это? А, они сбили человека. По ХП, броне и вообще по всему. Еще кастет я бы взял. Не, эту аптечку я брать не буду, так как в особняке она тоже есть. Какой смысл? Ну и к тому же здесь можно денег взять сразу. Ой, это моя, кстати, машина. Все еще стоит здесь, а не пропала. Лайфхаки работают. А Лэнс все еще дома. Интересно, чем он там занят? Кто звонит? Томми, мне понравилось работать с тобой. Я не веселился так с тех пор, как побывал во Вьетнаме. Короче, если что-то понадобится, звони, слышишь? Я не бываю... А, я не забываю тех, кто слышал. И уверен, что смогу решить любой вопрос, слышишь? Это... Фил тот самый. Но мы еще к нему заглянем, я думаю. Не в этой серии, уже в следующих, но там будут некоторые миссии забавные. Ух, не помешали мне пройти. Я хочу вообще-то свой уличный костюм. Где он там? Да. И посмотрю, сколько идет серия. Вы знаете, серию пора бы заканчивать. Давайте сразу посмотрим, что у нас там открылось. У нас есть Фил, Лавфист и другие бизнесы. Клуб Малибу — это уже по сути... наш бизнес, который мы можем посещать и получать деньги. А остальные я буду покупать уже в следующих сериях. Наверное, следующим будет либо таксопарк, либо мороженое. Пока точно не знаю. Ну и также я не буду забывать о дополнительных миссиях. Надо будет все-таки выполнить хотя бы доставщика или развозчика пиццы. Ну, может быть, еще медика. Но это все будет за кадром. Я только начну на запись. А когда уже буду там на 12 уровне, то возобновлю ее, чтобы было видно, что я честным путем прошел, скажем так. Все тогда. На этом будем заканчивать. Это была 6-я серия прохождения GTA Vice City. Надеюсь, вам она понравилась. Я, конечно, тупил. Особенно по-тупому слил ограбление, но с третьего раза я его прошел. Кстати, по статистике, сколько проваленных миссий. И да, я же совсем забыл сохраниться. Сейчас бы вышел. Все. Игра сохранена, я спокоен, если вдруг что, то мы прошли уже кучу миссий в этой серии. Дропмен, да? 3 ареста у меня было. Ну ладно, это мы посмотрим уже в конце прохождения, если я не забуду. Так что в идеале лучше мне напомнить в предпоследней серии, почему нет. Так я не забуду наверняка точно. Все, это был Демпси и GTA Vice City. Спасибо всем за просмотр и увидимся с вами уже в следующей серии. Всем пока!